К одаренным детям приехали столичные наставники. В губернаторской областной школе искусств проходят мастер-классы для юных пианистов и скрипачей. В концертном зале авторитетного учебного заведения мы пообщались с доцентом Московской консерватории Денисом Чифановым. Конечно, я люблю очень приезжать, и всегда это, как сказать, взаимообогащение. И даже это мои ученики чувствуют, потому что когда вы куда-то съедете, Денис Владимирович, вы потом как-то и добрее, и как-то и гибче. Московский гость разобрал со своей подопечной известный ноктюрн Фредерика Шопена ми-бемоль-мажор. В кабинете этажом выше делилась опытом Анна Соколова, доцент кафедры скрипки, преподаватель Центральной музыкальной школы. Мастер-классы входят в программу регионального проекта «Мир детства». Его воплощают специалисты Ленинского мемориала. Дети из 6-й, 8-й школ и ДШИ имени Балакирева также посещают уроки. Ученики из Димитровграда и Чердаков от них не отстают. В область также приезжают приглашенные преподаватели. «Мир детства» – это своеобразная творческая лаборатория, в которой взращивается любовь к искусству и профессиональные навыки учащихся. Проект существует с 2011 года. В нем приняли участие более 200 творческих детей. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ.